сверху вертикальную. Иван, технику боя покажи. Ты не знаешь, сейчас пока самые тактически у тебя самое четкое расположение координации, тела, движения, высота рук. Никита, например, когда с тобой выбились, Никита более технически показывал действие, но у тебя по габаритам. Не уходи, центр прими, Иван, не надо, не уходи, центр прими. Смести его с центра, убери Федю с центра, Иван, отодвигай его. Стратегически важно занять центр, иначе вам придется бегать по кругу, а это долго и тяжело. Но надо занять центр. Да-да, Федя, да делай, все правильно ты показал. Ты что, делай, Федор, делай. Федя, подходи к нему ближе. Подходи ближе к нему, он тебе не даст на средней дистанции. Подходи ближе. У него руки, смотри, какие длинные. Он тебя будет забивать, Федя, ближе подходи. Это вот такую стратегию выбрал, Федя, ближе подходи. А как хотел, нифига себе. Давай, соберись. Иван, дай возможность. Комбинацию делай, Ваня. Дай, не забивай, не надо. Федор, прямой боковой, успокойся. Иван, поблокируй. Да, вот, видишь, как Федор знает, что ты его не ударишь, и смотри, как под... Эх ты! Вот там вертушками махает, да? Видишь как, он всего лишь, он знает, что вот ты его не будешь бить, и он сейчас раскроется. А потом ты ему сюрприз дашь такой по пузу, и все, он закроется опять. Или нет? Давай. Да, Федор, да, только ты руки зря убрал, Федюня. Делаешь уклончики, уходы, все хорошо, а руки убрал, и вот сейчас тебе, если не прицелиться, то тебе так помогу. Ну, давай, Федор, давай, тебя ждет, давай, бей. Да. Мотнул, да, мотнул, ударил. И сразу отошел. У Ивана руки длинные, у тебя достанет. Федя, сейчас не будешь атаковать, у тебя будет бить. Еще. Только Иван, задай с левой руки, пусть а левой будет бить сильнее. Левый, Ваня, левый. Давай, левый. Левый, да, левая другая. Левый, так, закончи левый. Раз, два, три, левый заканчивай. Еще, да. Вот сейчас. Прямой боковой, Ваня. Сейчас. Левый заканчивай, левый. Сейчас поймешь, так как только она пройдет левый, ты поймешь, почему левый надо заканчивать. Сейчас левая, правая, левая. Закончи левый, Иван. Прямой боковой, Ваня. Федя, все, что Ивану говорим, ты делай тоже. Никитос, сейчас помогу. Кто кому? Никто никому? Передых? Давай. 10, 9, 8, 7, 6. Передых. 5, 4, 3, 2, 1. Поехали. 30 секунд. Все, Егор, благодарю. Эх, парни, блин, я забыл вам кофе взять, попросить Егора. Он поделится, он молодец. Ты могушь? Он шоколадом поделится. Давай. Спасибо. Ваня, братан, слушай меня, левый, Ваня, разверни кофе. Пусть он да. Пусть он провалится, да. Еще, задай, разверни корпус, дай. Туда же, молодец, Федя, повторяй тоже все. Еще, туда, левый. Федя, держись, Да ну это сложно. Конечно сложно, ты посмотри, какие у вас разница, конечно, руки, конечно. А вот он этим и пользуется. А ты должен... 30 секунд прошло, если что. Ближе подходи. У тебя получается уклоны делают. Давайте, 30 секунд. Видел, как Диман с Егором бились? Так же, давайте. Иван, полсилы, пожалуйста, не забивай его. Сюда, на центр, Ваня, на центр. Что ты говоришь? Серьезно? Да, там действительно.
Прости, если что. Ваня, центр займи, центр займи. У меня проблема у меня то, что удары, они вверх иногда летят, непроизвольно. Давай, не надо. Бей. Да нет, я уже все, я. Еще туда. Тебе дай бей туда. Да я не хочу сейчас, я устал уже. Еще бей. Я сейчас тебя поймаю, готов сейчас тебя поймать. Готовься, сейчас придет. Отбить пойдет. Хоть пришло. Ой, давай еще туда. Давай, 5 секунд. Сход, поехали. Держись. Давай, Ванёк, гаси. Давай. 3, 2, и последний удар. Похорош. Иди. Не, не хочу. Отвечаю слабо. Только ты закрываешь. Пойдём домой. Больших, а я буду...